Я сейчас нахожусь в гостинице в японском стиле. Япония называется Ryokan. Я уже переоделась в кимоно, как вы видите. Даже не кимоно, а юката. Это упрощенный вид кимоно. Обычно в Ryokan'е все одевают. То есть, когда вы селитесь в Ryokan, вы тоже переодеваетесь и уже по гостинице двигаетесь, передвигаетесь в юкате. Хиросивиста. Это меню, которое меняется каждый день. Каждый день вот так вот его пишут, распечатывают. Каждый раз, когда вы сюда приедете, у вас будет всегда новое меню. Мы подошли к центру Сасо. Отсюда исходит главный источник горячей воды. Вот. Ночью здесь, конечно, тоже красиво, как и днем. Вот. Иллюминейшн. Интересный. Ну и пар при свете, при ночном свете и фонарей. Интересно, поужинать с интересными людьми, с японцами. У нас получилось очень хорошее, интересное беседа. Я много чего знала для себя интересного. Вот. Ну, конечно, то, что я здесь попробовала, для меня тоже было очень интересно. Вот. Так что, до встречи!